Внимание, данное видео содержит нецензурную брань и не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет. Вот так вот. Buenos dias, mi amigos. Ну, короче, всем привет. А вот я недавно так вспомнил про игрушку Defiance. Ну, точнее, вспомнил, что я по ней давно ролики не снимал. Ну и так-то я немного в нее поиграл, так, и нашел несколько интересных предметов, которые, как бы, я, так сказать, личным опытом получил, можно сказать. Так что я наконец-то понял, где можно достать вот такую вот херню. Я изначально думал, что это где-то за донат можно достать или еще что-то, но все оказалось намного проще. И я, пожалуй, вам сегодня же покажу, как это все делается и как-то можно получить там тра-ля-ля. Все дела. В общем, что я еще хотел сказать. Вы также, проходя эти задания, вы тратите такую себе копеечку. И потом... Сейчас, Дима. Сейчас. Также вы ее зарабатываете. Не здесь, нет. Так, нет. По-моему, здесь. А, по-моему, да. Вот, по-моему, здесь вы получаете вот такие вот монетки, по-моему, за прохождение этих заданий, если я не ошибаюсь. Также, чтобы, ну, например, что у нас тут в инвентаре, у нас тут должно быть какой-то хлам какой-нибудь. Вот, смотрите, значит, есть разные такие модификации для этих киберригов. Фарейд, так, ну, вот, видите, например, это мне не надо, мне не нужно для крафтмета, мы, видите, получаем 14 алмазиков. Это для наводящихся базук, это тоже нам не надо. Ну вот, блин. Так, это health DMG плюс 0.1. Тут, короче, ну вот эти можно оставить, пожалуй. Также у нас накапливаются эти алмазики. Так, для чего? Вот, 114 уже алмазиков я насобирал. Еще нам надо ключей и почистить инвентарь, соответственно, чтобы продать лишний хлам. Мы можем открыть так по типу. Давайте так. Кстати, я нашел высокоуровневые щиты, что, кстати, таки очень круто. Так, это можно продать. Так, этот 5 штук дает, 5340. Ну, так это круче получится. Ну, этот можно продать, я думаю. Этот 4000 дает 3. Ну, этот дает нам ниже. Ну, в смысле, он хуже. Так. Это у нас 5000. Ну, я вообще такими штуками вроде не пользуюсь. Но оно, в принципе, дамажить должно неплохо. Так. Это я продам, я этим никогда не пользуюсь. Этим я тоже никогда не пользуюсь. И этим я тоже никогда не пользуюсь. Так, что еще? Таким я тоже не пользуюсь. Вот этим можно попользоваться. А это он 9 штук. А, я знаю, что это за хуйня. Так, также у нас есть такие модификации, которые довольно-таки дорого стоят. Инфекторы всякие там. То, что надо, это я оставляю. А все, что остальное, я не оставляю. Я продаю. Так. На какие-нибудь инфекторы можно будет повесить. Так, вот же у нас тут еще киберриги. Кстати, они стоят вообще копейки, по сути. Ну, толку продавать. Их здесь нету, но их есть смысл, как бы, разобрать на запчасти, что даст вам такие кристаллики. А сейчас я вам покажу, куда можно пойти, чтобы эти кристаллики, так сказать, потратить. Значит, мы вот тут вот на старте, где тут есть такой чемодан. А как чемодан? А вот такая вот хрень. Я, кстати, сначала думал, что это просто коробки, оказывается, типа машина такая. Вот, смотрите. У нас есть 114 этих. Ну, чтобы что-то неплохое получить, нам нужно как минимум 500. Вот. 500 штук. Ну, в смысле, самое нормальное, если вы хотите что-то приобрести, это надо 500 монет. Ну, 500 кристалликов. У нас тут гибрик. Так. Ну, вот. Также у нас 222 можно получить какие-нибудь там киты всякие и прочее-прочее. Но что до того, как нам, собственно, получить что-нибудь из этого вот. Как нам такие получить что-нибудь интересное. И тра-ля-ля.
Что мы делаем? Мы идем в матчмейкинг, экспедишн, quick match, join. Это будет стоить один скрип. They're commencing the operation. Let's roll. И входим в матч. Good to go. После того, как мы вошли в матч, нам... у нас тут идет типа такой волны или что типа того. Сейчас мы, собственно, будем проходить. The mutants exemplify the greatest of human failings, hubris and hatred. The mutants were created by humans meddling with natural forces they did not understand, and they continue the same hateful genocide their military was built for originally. You're receiving EMC radio channel. Prepare to face mutant opposition. Так, нас сейчас будет хуярить по-жесткому. Ну, это еще легкие враги тут, если похуже. Блять, да что ж такое-то, а? Да иди нахер! Блин, ебок, вот это вот раздражает, это сейчас еще записи, ну, блин, подписает. Что такое вообще? Ну вот так вот подхерячиваем этих ребят. Так, оставили немножко жизни для этой херни. Что-то красное валяется. Снайперская винтовка, кстати, наносит около 7000 урона, когда-то для меня это было пиздец как много. Ставили самую капельку жизни, чтобы, если что, можно было добить. Что там по настройкам, а то, блин, как-то очень сильно нагружено. Должно быть все нормально, но все равно как-то провисает. У нас есть не очень много времени на то, чтобы добраться до самих этих хреновин, значит. Мы уже пробрались, так сказать, в тыл. И нам не мешало бы отключить, соответственно, эту хрень. Враги не выползли. Не, просто я уже проходил это и решил проверить, что если будет, ну, если это... Да, конечно, это жесть будет. Давай. Наконец. И вот, собственно, о чем я говорю, ребят. А, значит, тут у нас модификации. Блин, говно понадавали. Вообще тут дают различные полезные ништяки. Но тут что-то не свезло. Причем это по-разному, в смысле, дают тут всякую. Что у нас тут? 3004. Блин. Походу 5768 по 10%. Нет, нам будет выгоднее, наверное. По 10.
4000 по 85. Я не знаю, блин, мне кажется, вот с тремя плитами намного лучше будет использовать. А их я сломаю, нам нужно как раз зеленые. Я как-то случайно сломал хороший оранжевый щит. Отдавал 5 косарей, а я вот так вот решил, типа, и все испортил. Так, по поводу патронов. Патроны у нас тут заканчиваются очень быстро, и это задание, наверное, будет на одну серию. Поскольку все очень тяжко. Причем не просто тяжко, а пипец как тяжко. Я... уходит очень много времени на прохождение одного из этих заданий. У меня уходило что-то 20 минут. Враги-то несложные, но... проблема в том, что боссы и большое количество этих врагов усложняет всю ситуацию. И я надеюсь, это видео будет нормально слышно меня. Они очень надоедливые, особенно когда тебя мочит босс. Вот особенно когда босс, блин, я забываю, что говорить надо что-то. Вот когда идет бой с боссом, вот эти вот, казалось бы, мелкие ребята, они хоть и дамажат слабо, но они отыгрывают очень большую роль, потому что ваш щит не успевает зарегениться. Ваша защита не успевает возобновиться, так сказать. Блин, этот фонарик меня раздражает, он жрет FPS, пипец как. Падла, а. Да по-лецки заманали. Вот если минус в том, что тогда, когда на запись, оно дико лагает. Мне еще не нравится, что оно то заражает какой-то хренью, то не заражает. Как-то оно очень своеобразно так ведет. Комфортно. Так, ну что, теперь двигаемся дальше, получается, да? Фонарик как-то выключен. Armor Blades. Ладно. Так, вроде чисто. Вроде это точно. А, хэдкраб. Они вообще опасность не представляют. Ну, вообще никакой. Таких опасностей вообще никакой нет. А вот по поводу этого места, тут у нас, по-моему, трейлки или еще что? Да. Ну и здоровые же, чувак.
Кстати, да, здорового жирного чувака в первую очередь. Переход на следующий этот этап через 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Короче, мы пройдем туда. Ну тут вроде больше обыскивать и нечего. На третьем этапе более все более сложно. Ну тут более массового оружия, чем вот эта вот пушка. Нету ничего, так что приходится выходить из того, что есть. Нам стоит отойти сейчас подальше назад. We've got multiple targets. Let's take them out. Что ты, блядь, такую? Очень сложно играть. И, кстати, это игра на движке, как и ID, собственно говоря, потому по поводу оптимизации, ну, так все понятно. Блин, как ты мне щит сбил, пидораст? Что, я появился уже без щита, или он у меня пропал? Типа, я вот не понял. Потому что я заметил, что вот у меня раньше на каждой этой... Типа, ну, с каждым этапом у меня пропадал один щиток. Ну, типа, блин, что за фигня? Меня вроде особо не попадали, а оно пропадает. Надо устранять самых сильных сначала. Блин, они уже идут сюда. Thank you.
Да, лучше всегда, ну, пополнять патроны, ну, типа, как бы, если в начале где-то, да, то лучше пополняться, потому что, ну, исходя из того, что я тут уже прошел, тут бывает очень, ну, как бы, чем дальше, тем сложнее их убивать, тем больше патронов требуется, и они в конечном итоге могут вообще закончиться к херам, и это будет, ну, очень херово на самом деле. Так что тут еще стоит хорошо задуматься о том, правильно ли вы делаете и тратите свои, блин, там пушки. Да, пушки. Так, что бы мы тут сделать могли? Ага, у нас там куча врагов и генератор на самом верху. У нас стоит две пушки. Итак, что ж, тактика такова. Они меня сейчас должны пропалить. И пойти, соответственно, за мной. Ой, блядь. В итоге, когда они все ринулись за мной, я их пока по одному вот так вот поперекашиваю. Где они там еще? Ребята, что громко. Да вон они еще сидят. Надо как-то убрать турель. Так, турель отключена. Воу! Резко и неожиданно. Так, значит, что у нас там еще осталось? Черт. Так,
Сейчас я освобождаю одного из этих чуваков, и сюда набегает толпа уёбища. Ой, блядский насос. Опять открываем ту херню, и вполне вероятно, что здесь сейчас можно будет получить ништяки. Но опять-таки, сейчас тут будет дохуя жирных чуваков. О, нет, короче, смотрите. Херячим этого жука, колбага. И он выкидывает нам всякие ништяки. Золотой жук, короче. Так. Хэвим. Так. Так, это можно продать. Теперь можно посмотреть, чем мы тут понабирали, говно всякого круга. Так. Сколько у нее урон? 1400 урон. Хотя снайпа все-таки будет получше, потому что, блин, снайпа она наносит 7 тысяч урона. Где не хухры-мухры. А теперь наносит 7700, а у меня какой уровень? Ага, нормально. Так, продать всякое говно, надо разобрать его на запчасти и, так сказать, избавиться от него. Это можно пока оставить. Это на что? Это на то. Ну, как раз на вот этой зеленой херни.
деле она типа вроде бы как бы нормальная, но блин, она херня. Надо дохуя распопасть у кого-то. Хотя она херашит только, а это круто. Было бы оно без этого пришло, было бы лучше. Вот смотрите, если я сейчас пойду, все-таки мне нужно намного меньше выстрелов с этой пушки, чтобы убить врага. Да, блядь, так что эта пушка, она вообще типа, ну вообще не к месту тут. Поэтому лучше взять обратно снайпу мою. Так. Максимальный уровень, понятно. 7700 урона. Ну, нормально, мне кажется, это вполне себе. Отличный урон. Блять, да что такое, с этим газом, и он якобы типа лучше делает, да, не от этого сильнее стоит. Типа не физически сильные ребята стоят. Я вот не знаю, блин, ну короче, вообще типа по идее надо проходить, ну, по несколько человек, чтобы было. И ну, в одиночку это довольно сложно тут проходить все. Косарей урона, это тебе не хухры-мухры. Так, Боленский, где же тут? Нет, так-то можно поддамажить их. Вот так вот. Но сильно большого эффекта это не даст. Все по-прежнему остается прах. Надо, чтобы меня не задамажили туры. А они смотрят, по-моему, только прямо. Значит, они смотрят, по-моему, только вот сюда вот. А не, блядь, нет. Так, а выключатель тут где? Там вроде чисто, да? Да, слава богу, чисто. Ну, сейчас двери откроются. Excellent work. With the generator down, those turrets won't be causing any more trouble. Так, ну значит у нас вон есть цели. Раз. There's people here who need our help. Hurry, let's free them. Блять, ну давай. Блять.
Ха-ха-ха. Они типа мутанты, но они почему-то разговаривают. Мутанты обычно не разговаривают. Ну, типа, они типа, не совсем. Они типа не люди, они типа не должны разговаривать вообще. Они типа мутированные. Полуживотные, блин. Я не знаю, что они вообще такое, но, блин, они не должны пиздеть. Чего они пиздят? Так, сейчас всех дыр повылезают, блин. Давай, дохни, падла. О! Блядь, твою мать. Блядь. Бляха-муха. Но есть, отлично, красота. Так. Мочись, давай. Твою дивизию. Гостись. Но есть, ура. Чудесно. И еще один готов. Слушай, они в принципе, типа, ну как бы не очень сложно, но они все же дамаг наносят. И, блин, дамаг, который они наносят, довольно-таки жесткий. Жестко. Короче, сейчас пошел по займу этого чувака, и я не больше не надо пойти выходить. Что выходит? Что такое? Самое главное, я постоянно пойду, куда я должен не вообще попасть. Ну, и ты, конечно, ни хера не попадаешь, но это уже другой вопрос. Блин, они все. Блин, ай, блянские. Походу, это вот с дробовиками они снимают броню. А, ребята, вы очень стреляки? Или вы так чисто для галочки? We're receiving EMC radio chatter. Prepare to face mutant opposition. Ой, это, по-моему, последний этап, и сейчас нас ждет некая жопа. Dig in deep and push back. Чё, блядь? Откуда ты? Да вы серьезно? Блять! Сука! Сука! Блять! Сука! Блин, Даня, давай восстанавливайся, пожалуйста! Давай! Ну! Умирай, падла! Давай, мри, падла! Такой живучий-то пидорас, а? Вообще не замажет его. Что за хуйня вообще? Блядь, и тут турели. Как я вас тут, блядь, набралось-то столько, а? Блин, твою матрёну, сука! Да
тут, блядь, выжить? Я вообще ебал нахуй. Сука, пиздец. Ты, блядь, посмотри на эту гибаторию нахуй, блядь. Блядь, да что за нахуй? Пиздец, сука, как тут одному, блядь, играть? Пизда, нахуй. Сука, блядь. Ёбаный пиздец. Блядь, да что за нахуй? Да что за нахуй? Как, блядь, повырубать эти турели? Да блин, нахуй, сука. Пиздец, блядь. Как их всех перемочить, блядь? Бля, это пизда, нахуй. Я не могу просто вырубить эти турели даже. Что за нахуй? Домашний, что за хуйня? Откуда вас столько? Как, блять, да что за нахуй? Откуда вас, блять, столько? Пиздец нам. Да пиздец нахуй. Сука. Просто немерено. Мне патроны кончаются на металле. Просто пиздец. Один здоровый хер. Блядь. Да ну нахуй. Блядь, катись нахуй. Сука. Блядь, да сдохни.
наконец-то, ядрить твою матрёшку. С этими жирными чуваками ещё хоть как-то можно. Это было, блин, сложно. Вот нам в конце уже дают, типа, такую... Откройте чемоданы, получились. Какие? Ха-ха. Вот, видите, и мы получили киберхуйню. Вот эту вот. В общем, как-то так вот. Ну, в принципе, это... Как бы и все. Вот так вот проходится это задание, блин, очень бомбящее, это честно, потому что реально, ну, блин, это геморрой, их очень, ну, блин, просто очень много, и всех перебить, ну, просто нереально, как бы, без особого так напряга сказать, ну, блин, ну, это так со стороны, может, кажется и просто, но, блин, на самом деле это просто был геморройный. Ох, как у меня бомбило, это просто не... Сказать, что у меня бомбило, ничего не сказать, потому что это был пиздец. Это был просто жопа. Ух. И вот нам, собственно, дают, короче, 4 ключика для прокачки. Этих, ну, вашего рейтинга, прочего-прочего. Так, ключики, вот они тут, так. Кей-коды 903 копеечки и экспишку дают, соответственно. Так, также у нас остается сразу... You must call from New York, from Cookmini. А, короче, смотрите, мы можем далее выбрать новую экспедицию, куда мы отправимся. Так сказать, на приключения... На... В новые приключения. Но я, пожалуй, не на видео попрохожу часть, и потом мы, так сказать, с AJ'ем будем проходить остальную часть. Уже вдвоем, ну, я не буду один там, в компании соберемся, начнем херачить хороших ублюдков и проходить эти задания. Ну, а на этом, я думаю, можно закончить, и я под видео оставлю, пожалуй, там какой-нибудь код на машинку Dodge. На Dodge, вот такой вот, сейчас я его найду. Где он тут? Блин, не то, не то. Такой же там. Вот на такой вот Dodge оставлю код в описании. Вы можете его код можно активировать, введя его на сайте. Не в игре, а на сайте. Там вы переходите, активейте код и активируете ваш. А с вами был Дэн и... Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на каналчик, ставьте пальцы вверх и... Что еще сказать? Я не знаю. Играйте в Defiance, что ли? Всем пока-пока.